День независимости Украины, народу валом. Очень много людей. Все вот эти мешки заняты. Прямо аж друг друга на головах сидят, можно сказать. Не пройти, не проехать. Расползся народ. Но мы ищем себе место под солнцем. Хотя солнца уже нету, но из-за... Это хорошо, короче. Мы ищем местечко, где упасть. На кораблях тоже катаются активно. Сейчас касса хорошая будет у всех. Блин, шашлыком пахнет. Аж захотелось шашлычка. Шекель пэм. О, что тут продают у нас? А, помощь животным. Если что, помогайте. Вот. Там музон какой-то рулит. Афроамериканцы или кто они там, вон, поют песни. Пошла жара. Имени Мичурина. Чё я буду как дурачок? А вот найди. Я не хочу. I woke up this morning with a smile on my face for no reason. Then I tried to count my blessings, 'cause God has been great, yeah. I woke up this morning with a smile on my face, yeah. Then I tried to count my blessings, 'cause God has been great. Заполонили все мешки. Просто... Просто жесть, как их много. Погляди, народу сколько. Все вышли, чтобы выпить бутылочку шампанского, пива до винца. Вот и мы нашли подушечки себе. Сидим, 20 гривен в час. Отдыхаем. Вот мой напиток на сегодня. Байцеховича 110, второй этаж, правильно? С 31 квадрат квартира, да? С Татьяной вы смотрели, правильно? Это уже вечернее время. Людей также много. Я понял. Хорошо. Скоро салют, по идее. Привет, ну как? Да помните он меня, он за мной нормально. Мы с ним за тебя общались. Ждем салют, ребята.